Всем привет! Добро пожаловать в Сингапур. Меня зовут Джон, а я живу в Сингапуре с 2012 года. И это одно из моих любимых развлечений, называется GMAX, он же Bungee Jumping, ну или прыжок с тарзанкой. Он располагается в районе Кларки, это тусовочная улица, там, где находятся все бары, рестораны, клубы, вот, рядом с рекой Сингапур, прямо на набережной. Работает допоздна, это вечернее развлечение, там постоянно куча народа, трезвые, пьяные, любители адреналина, вот, очень весело, ну и, соответственно, недорого, вот. Также вам предложат снять видео долларов за 20, вот, очень рекомендую, очень весело, занятно, ну и, конечно, будоражит, вот. Всем спасибо за внимание. Но все знают, это же статистика там. Один из тысячи обычно то самое, что самолетами, знаешь, там каждый до тысячи время отбивается. Да. Зато если настолько везучий, тебе нужно вот проиграть. Молодец, молодец, без матов. Ну, второй раз. Так, третий раз. Видимо, я с мамой.